Я тебя везде ищу. Да. Я прячусь от тренера. Тебе нехорошо? Волнуешься? Думаешь, он пришел? Папа не... Мне плевать на отца. Я про скаута из Флориды. Почему ты думаешь, что придет скаут из Флориды? Потому что отец Дженкинса из той команды скаут-гейтеров. Если он здесь, то это мой единственный шанс быть замеченным. Дэйв, вот. Вот оно. Ты будешь там лучшим игроком, и ты это знаешь. Какая разница, если это никто не увидит? Да! Так, ребята, держим линию. Давайте, ребята. Вы команда или что? Вперед! Вы готовы всех порвать? У нас есть бит. Да. И он летит. Да. В глазах горит. Да. Везде бомбит. Да. Они хотят. Да. Но не получат. Да. Они не смогут. Да. Победить нас. Да. Поверьте мне. Да. Мы лучше всех. Да. Rebels успех. Да. Rebels успех. Да. Rebels успех. Да. Троид, порви их ради меня. Да, сэр, тренер. Давай, давай, давай. Вперед, 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 вперед! Давай, давай! 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 Поехали! Эй, эй! Труэт, ты знаешь, как настроить команду на победу? На счет три! Раз, два, 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 три! Беги в этой гонке! Получайте! Вот так! По местам, по местам! Он там! Давай, ты сможешь! Да! Мы это сделали! Сколько тачдаунов от тебя ждать сегодня, Труэт? Сколько влезет? Давай, Труэт! Да! Давай, давай, давай! Он забьет! Да! Молодцы, молодцы, молодцы!
Эй, тренер! 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 Вы видели тренера из Флориды? Нет, не видел. Серьезно? Он был в шапке гейтеров. Вы уверены, что не видели его? Чтобы тебя заметили, выведи команду на уровень штата. В плей-оффе будут скауты всех команд, и там тебя заметят. Да, сэр. Отлично сыграл, Труэт. Ты первый, кто забил на моих глазах 4 тачдауна. 5 тачдаунов, чувак. 5 тачдаунов, и выглядит при этом как в воду опущенный. Дэйв, скаут был здесь и ушел, не сказав ни слова. Не понимаю, почему так вышло. И все же мы выиграли. Эй, эй, иди домой. Зак, Зак. Эй, я хочу поговорить с тобой и твоим братом. Дай мне войти. Ты тут больше не живешь. Убирайся. Пусти меня. Уходи из моего дома. Пусти. Зак, это и мой дом тоже. Это не твой дом. Ты тут больше не живешь, пинчуга. Пусти меня. Хватит. Я дам тебе 3 секунды, чтобы открыть дверь. 1, 2. Думаешь, я не смогу? Убирайся отсюда. Рад тебя видеть, сынок. Куда они все так торопятся? По этой дороге едут в Лос-Анджелес. Тут больше машин, чем я видела за свою жизнь. И так быстро едут. Хорошо хоть, что они едут в одну сторону. Да, мэм. И если кто-то из них вдруг захочет повернуться и поехать назад, будет большой кавардак. Что ты тут делаешь? Боже. Мне не спалось. Обито? Вдруг ночью заглянет скаут из Янки. Что? Тут есть койоты. Я не хотел, чтобы они нас сожрали. Разве тебе не пора? А что, хочешь поехать со мной? Я хочу спать. И это будет сделать проще, если ты не будешь тут болтать. Ладно, до встречи. Ладно. Пока. Пока.
Какие мышцы. Только посмотри. Сколько ты жмешь в зале? Дэйв. Рад вас видеть. Большое спасибо. Пожалуйста, передай своему брату от меня привет. Я хочу, чтобы он приехал, и вы сами это ему сказали. Нам всем нужно время. Заку нужно время. Понимаю. Спасибо, пастор. Хорошего дня. Да, сэр. Вы отлично их воспитываете. Спасибо. Да. Два шага вперед, один назад. Главное, не стоять на месте. Это точно. Spend your life trying to make all your money. Your accounts are full, but all you found is that you're empty. Ain't it funny how the simple things in life are the only things that really matter? Your life is complicated, found your dreams are overrated. Now you're old and want to go back, but you can't. Твоей беговой формой? Да, отлично. Я тут подумал, какой спорт подойдет тебе больше всего. И к какому выводу ты пришел? Какой же спорт подойдет именно мне? Думаю, женский крикет. Поехали. Молодцы, ребята. До встречи. Троит. Троит. Да, тренер. Надо поговорить. Да, сэр. Смотри. Я знаю, что тебе очень важно получить стипендию. Ты очень старался весь этот год. Я тобой горжусь. Пока, Симс. Мистер Поллок. Тренер. Спасибо, мне приятно это слышать. Но ты помнишь, как тебя могут заметить тренеры и скауты? На соревнованиях штата. Помни об этом. Да, сэр. Это пришло тебе по почте. Поздравляю. Кто-то за тобой наблюдает. Что? Ты принес маршмеллоу? Закончились. Ты не хочешь об этом поговорить? О чем? О том письме. А что с ним? Я очень тобой горжусь. Спасибо. Но это еще ничего не значит. В письме прописан интерес. Замолчи. Это случится. Да, ты прав. Это очень круто. Это Флорида Гейтерс. Флорида Гейтерс. Это круто. Это доказывает, что это не просто фантазия. В моей голове. Это реальность. Это случится. Посмотрим. Да, я получу эту стипендию. И вытащу нас отсюда. И тогда мы будем есть хлопья получше. Простите, тут нет автомата с газировкой? Да, идите по коридору до кафетерия. Там есть автомат. А ты не слишком молодая для медсестры? Я не медсестра, а интерн. Нет, не слишком. Тогда понятно. Я Зак. Зак Труэт, полузащитник из Бессема. Круто. Да, мы непобедимы. Ты знала? Понятно. Зак, рада была знакомству. Ты украсил мой день. Но я не встречаюсь с футболистами. Ой-ой-ой. Я уже хотел взять пару кока-кол. Но теперь не уверен. Наверное, возьму одну. Я больше люблю доктор Пеппер. Какая жалость. Джинджер, капельницу в пятую. Иду.
Я заставлю тебя передумать. Удачи. Я точно ей нравлюсь? Как думаете? Йоу. Ну как, чувак, как все прошло? Стандартное обследование. Уже 45 дней не было проблем, так что... Отлично. Тебе и леденец тоже дали. Не в этот раз. У тебя случайно была не сексуальная медсестра? 75 лет, прокуренный кашель, седые волосы. Нет. Марта? Оставь Марту себе. Привет, фанаты Бессемер. Сегодня Зак Труит показывает что-то невероятное. 186 метров, еще два тачдауна в четвертом периоде. Парень показывает невероятные результаты в этом сезоне. Я хочу есть. Сейчас бы лосося. Хочешь лосося? Я люблю лосось. Это блюдо высшего класса. Знаю, я не умею его готовить. Да уж, удачи. Я хочу лапши. Какой лапши? Китайской лапши. Эй, Труит! У нас есть одно место. Что вы тут делаете? Прикроешь меня? Мне уже надоело. Я знаю, но... Поезд уходит. Сейчас, секунду. Пожалуйста, всего на часок. Если тетя спросит, то я прикладываю лед. Ладно. Спасибо, брат, люблю тебя. Ну что, ребята, залезай. Я принесла вам супа. Привет, тетя. Ты что-то сказала? Я принесла вам домашнего супа. С курицей и пельмешками, как вы любите. Ты супер. Где Зак? Прикладывает лед к ноге. Вернется к 10:30. Я слышала, он забил 5 раз. Да, почти 6. Жаль, что тебя не было. Я достаточно в жизни футбола насмотрелась. Мне хватило видеть твою травму в том году. Как тебя уносили с поля, как потом у тебя свело все тело. Нет, спасибо, не надо. А ты, как безумная, спрыгнула с трибуны и побежала мне помогать. Я бежала не к тебе. Я бежала к тому полузащитнику, который вырубил тебя дешевым приемом. Я не боюсь надрать кому-то задницу в пятницу и просить прощения в воскресенье. Доброй ночи, тетя. Пять, четыре, три, два, один. Да, точно вовремя. Под финальный свисток. 10:27. Да. Видал, да? Смотрю, ты хорошо повеселился. Ладно тебе, пап, мы всего по пиву выпили. Давай расставим туалетную бумагу. Эти парни не лучшая компания. Сам такой. Поведешься с псами. Оберешься в шеи. Знаю, Шекспир, я в курсе. Ты читаешь. Ты меня понял. Да. Тетя про меня спрашивала? Да, да. Она принесла суп с пельмешками. Обожаю. Я никогда не найду женщину, которая готовит пельмешки, как тетя. Это печально. Она поставила крест на всех женщинах. Просто трагедия. Было вкусно. Я все съел. Что? Ты веселился в другом месте. Ты что, шутишь? Я подумал, ты не против. О чем ты думал, чувак? Хорош. Поставь меня на землю. Я на тебя зол. Иди расставляй собачий корм. Давай, работай. Пожалуйста. За счет заведения. Только принеси нам победу на этой неделе, Зак. Без проблем. И первый свой тачдаун я посвящу вам, миледи. Хорошо. Да. Какой ты банальный. Она улыбнулась. Она выпустилась из школы в год, когда ты родился. Ох, Дэви. Возраст ничего не значит, когда у тебя есть шарм. Давай вкушать эти дары. Куда ты, приятель? Рад тебя видеть. Привет. Вы не против, если я присяду? Против. Давно не виделись, пап. Аппетит пропал. А я заходил. Но он не пускает меня в дом. Я так и думал. Почему ты ничего не сказал? Зачем тратить на него время и силы? Я слышал, ты делаешь успехи в этом сезоне, Закари. Слышал? Да. Говорят, что ты, возможно, побьешь все мои рекорды. Да. Я сотру твое имя из всех книг рекордов. Можешь не сомневаться. Мы семья.
Думаешь, это хоть что-то значит? Да, многое это значит. Это ничего не значит. Мы семья. А ты урод, который бросил нас после смерти мамы. Дэйв, пойдем. Серьезно? Ладно, черт с вами. Living too fast, moments don't last. What are we doing here? Too distracted to react. Busy lights guided by fear. I think it's time that we all slow down. У меня есть вопрос. Скорее, просьба. Я подумал, может, ты попросишь у тети пару сотен долларов? Только не говори, что для меня. Я все верну, как только смогу. Я думал, ты хочешь поговорить. Это мы и делаем. Мы с тобой сейчас разговариваем. Я повздорил с бригадиром, так что я теперь... временно безработный. Я уже пару недель не могу оплатить аренду, и мне нужно всего пару сотен, чтобы перебиться. Я задолжал, Дэвид, так что это очень поможет. Очень поможет. Уйди с дороги, лузер! Тачдаун, Труэт. Куда путь держишь? Гуляю. Это я вижу. Подвезти? А ты куда? Залезай. Сейчас заживем. Ты похож на маму. У тебя доброе сердце. А у Закари характер, как у меня. Так что, сам понимаешь. Оставим это между нами. Пап, мне кажется, я не могу просить у тети денег. Тебе кажется? Нет. Я не могу просить у нее денег. Ты не будешь просить у нее денег? Нет. Что ж. Ты тоже усложнишь мне жизнь, да? Круто. Просто отлично. Да! Поехали! Спецдоставка. Эликсир смелости. Кто будет? Давай мне. Мне тоже. И сюда. Зак, ты будешь, приятель? Нет, спасибо. Что? Ну ладно. Нам больше достанется. Почему ты всегда надеваешь эту кофту? Чувак, она привлекает девчонок. Что за вопросы? Stop and listen to the words that's slipping out of our mouths. Should never be a limit to love. Ну что, начинаем. На удачу. Ну-ка. Да. Да. Да ладно. Супер, отличный бросок. Кто дальше? Ты? Ты? В очередь. Еще бы ты в футбол так хорошо играл, как в бирпонг. Что ты сказал? Труэт считает себя крутым игроком. Забил пару голов слабеньким школам. Я и тебя порву через неделю в Эджвуде, если хочешь. На какой позиции ты играешь? Да, стронг сейфти. Если играешь вообще. Уверен? Да, ты в этом еще убедишься, поверь. Думаешь?
Может, когда перешагну через тебя на своем втором, третьем или четвертом. Четвертом тачдауне. Почитаешь их со скамейки. Пойду возьму. Еще пиво. Ты будешь? Нет уж. Полегче? Не дай ему себя унижать. Врежь ему, Троид. Ты же не хочешь, чтобы я тебе врезал? Да ладно. Ага. У тебя мягкая челюсть. Это наследственное. Да. Это его брата вырубили в той игре. У кого теперь мягкая челюсть? Ну что? Что скажешь? Кажется, разрыв крестообразной связки. Но надо сделать МРТ. В любом случае понадобится восстановительная операция. Я заплачу. Я заплачу за то, что не покрывает страховка. Тетя, ты... Твоя мама настояла бы на том, чтобы это сделать. Я ваша крестная мать. Вы мои самые близкие дети. Это мое благословение. Решай сам, я тебе не указываю. Хорошо. Что это такое? Вы мне не объясните? Уйди с дороги. Что это? Мне показали это полчаса назад. Даже не пытайся это объяснить. Знаешь что? Это уже на Фейсбуке и набирает репосты. И в спортлиге тоже могут это увидеть. Тренер, это не моя вина. Что мне им сказать? Ты знаешь, что они сделают? Они тебя отстранят. Ты и сам... Что с твоим коленом? Я не знаю. Я не знаю. Вероятно, разрыв крестообразной связки. Значит, конец сезона. Стипендия под вопросом. О чем ты думал? Что было в твоей голове? Именно. Ничего. Поверить не могу. Доброе утро, Марта. Так, мистер, надевай. Ладно, вы моя медсестра? Нет, она скоро будет. Надеюсь, она такая же милая. Так. Привет. Привет. Ты моя медсестра-интерн? Именно так. Меня зовут Джинджер. Джинджер. Да, и ты не встречаешься с футболистами. Сожалею о вашей травме, мистер Троид. Вы говорили, что вы отличный игрок. Как мне надеть эту штуку? Так, чтобы зад был голым или перед? Наоборот, нам нужен твой голый зад. А ты прямолинейна. Поясню. Доктору нужна твоя спина. Ясно. А ты на поле стой, с интеллектуальными шутками. Ты улыбнулась, я видел. Уверена? Да, я в завязке. Завтра будет 5 месяцев без улыбок. Что ж, так что да. Теперь ты в развязке. Если я... Смотри-ка. Опять. Ну ладно. С ним все будет в порядке. Прости, привычка. Папа знает о травме Зака? Мы еще не разговаривали. Ваш отец съехал с катушек, но он ваш отец. Но он даже не пытался извиниться. Может, он не знает как? Он слишком горд, слишком разбит. Он тоже потерял вашу маму.
Я не говорю, что его поведение можно оправдать, но его можно простить. Ты удивишься, сколько всего может измениться, как только начнешь прощать. Анестезиолог будет через пару минут. Хорошо? Ладно. Пока ты не ушла. Может, все-таки дашь мне свой номер? А что? Я ведь уже не футболист. С пациентами я тоже не встречаюсь. Так что так. Ты это только что придумала. Что у тебя на браслете? Галатам 2020? Какой ты зоркий. Что там? Галатам 2020. Я распят с Христом, так? Да. Это мое любимое. Мне тоже оно нравится. Ладно, удачи тебе. Мисс Джинджер, вы уверены, что не дадите мне свой номер? Я бы этого хотел. А ты непреклонен. Уверена, наши пути еще пересекутся, если это суждено. Рада была встрече, Зак. Я тоже. Сожалею насчет травмы. Спасибо. Доктор Рэндалл, позвоните оператору. Дамы и господа! Вперед, вперед! Прямо на линии схватки. Какого хрена? Кто-то должен подхватывать. Трое! Нас порвут из-за тебя! Как ты, Труэр? Я надеюсь, мы встретимся. На твое место на скамье. Хватит уже! Будь осторожен, Труэт! Хорош, хватит! Труэт! О чем ты только думал? Ты даже не в игре, а создаешь проблемы. Уходи со скамьи. Я понимаю, что ты работаешь за двоих, и я тебе благодарна. Хочу, чтобы ты это знал. Спасибо, тетя. Я тебя люблю. Доброй ночи. Закрой потом. Хорошо. Люблю тебя. Спасибо. Доброй ночи, Закари. И тебе, тетя. Уже полночь. Дэйв. Дэйви, пойдем. Чувак. Дэйви. Дэйв. Где ты, чувак?
Ау. Дэйв. Эй. Эй, посмотри на меня. Как ты? Видишь меня? Да. Все нормально? Давай я помогу. Давай, поднимайся. Это было жестко. Да? Прости, что меня не было рядом, брат. Я был в другом конце магазина. Ты бы не смог мне помочь. Посмотри сюда, покажи мне глаза. Порядок? Порядок, порядок. Don't you worry about me. Don't you worry. Don't you worry. Don't worry about me. Доброе утро. Доброе, тренер. Что вы тут делаете? Вчера был трудный денек у нас обоих. Да? Я принес пончики. Ты можешь сварить хороший кофе, мистер Труэт? Да, сэр. Хотя нет, турка вроде сломалась. Простите. Вы, ребята, в порядке? Все хорошо? Бывало и лучше. Что ж, знаешь, я знаю много прекрасных спортсменов, которые вернулись в строй после операции на связке. А они не потеряли стипендии? В жизни есть и другие. Дело не только в футболе, при всем уважении, сэр, а в том, чтобы выбраться отсюда. И эта возможность ушла. Я ее потерял. Сынок, мне правда очень жаль. Но со всеми трудностями, что вам пришлось пережить в жизни, я хочу сказать, что скоро начнется сезон бега. Бега на треке. За него тоже дают стипендии. Но я не уверен, что твое колено будет готово. Это уже не важно. Что? Говорю, это будет не важно. Почему? Потому что я не бегу, я футболист. Именно. Ты футболист, сынок. И один из лучших, которых я когда-либо видел. Помни об этом. Черт, какая жалость. Я, правда, хотел бы тебе чем-то помочь. Правда. К
Какая птичка. Вот это крутая. Ребята, вы идите. Я вас скоро догоню. Ладно, странный. Могу сказать, что эта малышка разгоняется от 0 до 60 за 3,5 секунды. Вы это знали? Ладно, пока. Они это знали. Видимо, да. Мустанг 70-х? В нем V8 и 350 лошадей под капотом. Без шансов. А ты и правда разбираешься в машинах, да? А ты нет, верно? Нет, вообще ни капли. Это точно. Да, ты меня подловила. Ага. Как ваше колено, сэр? Мое колено прекрасно, мэм. Я иду на поправку, благодаря вам. Отлично. Кстати, об этом. Я отдаленно помню разговор со своей медсестрой о том, что если мы встретимся снова, это судьба или как-то так. Я не говорила слово «судьба». Что ж. Я помню похожий диалог, но слова «судьба» там не было. Что ж, каждый останется при своем. В любом случае, тебе пора дать мне свой номер. Тонко. Молодец. Я старался. А зачем ходить вокруг да около? Может, в пятницу? В 8 вечера. Я за тобой заеду. Может, лучше завтра днем где-то кофе попьем? Кофе. Как тебе такое? Я знаю отличное место с кофе, но там открыто только в пятницу. Ладно. Да? Вау! Только не начинай. Ладно, не буду. Ты на ужин тоже с хвостиками пойдешь? Как идет восстановление? Никак. Нормально. Ты выполняешь упражнения с резинкой? Нет. Да. Дэйв, чувак, серьезно, это мне вопросы задают. Зак, ты должен выполнять все, что я прописала. Иначе кожа на месте шрама зарастет и будут проблемы. Ты должен каждый день заниматься, чтобы этого избежать. Я понимаю. А по-моему, нет. Я забыл там телефон. Иди к машине. Ладно, давай ключи. Серьезно, чувак? И ты был квотербеком? Простите. Что вы скажете, если я попрошу вернуться в спорт? Ты знаешь, что футбол тебе противопоказан. Да, но если я попробую бегать на время. Вы сами говорили, что главное — тренировки, и проблемы в моем мозгу уменьшаются с физическими нагрузками. Тут речь не о пробежке в парке, Дэйв. Ты ведь это понимаешь? Но технически я могу этим заниматься. Тебе придется принимать лекарства перед каждой пробежкой. Обязательно. Мне дали разрешение бегать. Что? Да, я вернулся и спросил доктора. Она мне разрешила. Она сказала, это безопасно? Да, она дала разрешение. Ну что ж, это круто, чувак. Будет очень круто. Я подумал, что мог бы получить стипендию, о которой говорил тренер. Дэйв, ты еще никогда не бегал на треке и уже хочешь стипендию? Ты уверен, что сможешь? Кто самый быстрый в Бессемере? Я самый быстрый в Бессемере. Я бегаю с тобой в ногу. И в половину раз прибегаю быстрее. Нет, меньше. Я быстрый. Это так, ты быстрый. Послушай, послушай. Я смогу это сделать. Мне нечего терять, я могу получить стипендию. Это будет непросто. Тебе придется изрядно попотеть. Только вот что. Мне понадобится партнер. Это не проблема. Мы найдем тебе с кем тренироваться. Ты чего так улыбаешься? Так, так. Теперь я понял. Мы постоянно тренировались вместе. От бейсбола до футбола. Я понимаю, понимаю. Но я не знаю, я же не тренер. Перестань. Что тебе терять? Согласен? А это и правда хороший кофе? Да? Дай глоточек, я его не пробовал. Можно? Ладно. Какой сладкий. Ты же сказал, что тут вкусно кофе. Да, мне его советовали. Вкусно? Просто ужасно. Что ты делаешь, когда не играешь в футбол?
Что я делаю? В основном смотрю на птиц. Я очень подсел на это занятие. Еще люблю раскрашивать. Я уже 72 страницы раскрасил в последней раскраске, которую купил вчера. Так что я делаю успехи. А еще я постоянно думаю о симпатичной медсестре. Я ее встретил недавно, не понимаю, что в ней меня зацепило. Марта, все, чего я так давно хотел. Марта! Не понимаю, почему ты смеешься. Я ведь за этим здесь. Марта! Чтобы сблизиться с тобой, а через тебя с ней. Большое спасибо. Спасибо. Ей повезло? Нет, это мне повезло быть здесь с тобой. По-моему, ты мне нравишься. Я рада, что пришла. Да? Да, рада, что согласилась. Я тоже рад. Но я хочу есть. Я тоже весь день не ел. Ты готов? Ты не представляешь, как я готов. Может... Прости, не хотел тебя прервать. Я думала, мы помолимся вместе. Ты хочешь сделать это вместе? Да. Ладно, давай. Сейчас прожую. Так. Ну, начинай. Нет, не нужно, спасибо. Я сама дойду до машины. Просто я хочу провести с тобой еще пару минут. Какой ты джентльмен. Ну да. Я отмечу. Супер, ведь я хочу заработать как можно больше баллов. Один у тебя уже есть. Супер. Ты в плюсе. Отлично. Да, и мало ли, вдруг из-за угла появится кто-то и... Не знаю, попытается тебя ограбить или что-то такое. Даже не знаю, что бы я делала. Я знаю, что сделал бы я. И что бы ты сделал? Защитил бы тебя старинным искусством кунг-фу. Старинным кунг-фу? Вау! Я впечатлена. Правда? Я тебя впечатлил? Покажи. Тебя впечатляет? Зацени. Нападай! Я так и думал. I've been looking around for my reflection. I've been looking around, but I can't see. I've been living out my rejection. I've been wondering how can I be me? I've been wondering how can I be me? Papa? Wow, ух ты, пиво и розы. Красивый жест. Я провел с ней Рождество 20 раз. Два раза без нее. Два Рождества без нее. Праздники всегда тяжелее. И я знаю. Знаю. Что только делаю хуже и... Ничего, пап. Я тебя прощаю. Два Рождества без нее? А как же два Рождества без нас? Твоих сыновей? Мы могли быть семьей. Мы и есть семья. Хватит, Зак. Мы не семья. Почему ты постоянно его защищаешь? Потому что он наш отец. Он нам не отец, он трус и пьяница. Он мне не отец. Посидите тут со своей мамой. Не уходи, пап. Ты... Хороший мальчик, Дэйв. Счастливого Рождества. Счастливого Рождества.
Кто бросает двоих детей после того, как их мать умирает от рака? Убитый горем человек. И тебе достаточно такого ответа? Это было здесь еще с нашего детства. Они так и не узнали, кто сломал ногу малышу Иисусу. Это же был ты. Мне просто интересно, узнали они это или нет. Все нормально? Да, просто воспоминания нахлынули. Давайте прочувствуем момент. Я не о том, чтобы жить моментом, а о прекрасных моментах жизни. Я о несущем перемены в сейсмическом сдвиге. Моменте с большой буквы. Аминь. Вы понимаете, о чем я? Момент, после которого в жизни все меняется. Сегодня мы должны почувствовать такой момент. Я знаю, вы знаете, о чем я. Аминь. Да, я о рождении Иисуса. В моменте с большой буквы. После этого момента история изменится. Именно. Хвала Господу. Но многие из нас не могут прочувствовать момент, потому что они страдают от зависимости однажды. Это бывает так. Однажды я буду слушать больше и говорить меньше. Однажды я буду отдаваться детям. Однажды я налажу отношения с Богом. Я стану более духовным. Господь подарил нам Иисуса. Спасибо, Боже! Чтобы однажды все наши однажды стали одним моментом. Дэви, нам надо выбираться отсюда. Мне так надоел Бессемер. Я не хочу застрять тут. И закончить, как папа. Надо бежать к чему-то, а не от чего-то. Это не важно. Надо просто And when you call and
Я могу оставить машину тут, или парковщик ее припаркует? Замолчи. Да, ты права. Лучше оставлю ключи у себя, а то район какой-то стрёмный. Я так рада, что ты приехал. А я рад, что наконец познакомлюсь с семьей. Прости, от меня пахнет кофе. Когда будешь разговаривать с папой, что? Не переживай. Он может показаться устрашающим, но на самом деле он милаш. Просто он любит поговорить. Я тоже это люблю. Скажи мне, что тебе нравится в моей дочери, Зак? Пап. Сразу к делу. Мне нравится, это хорошо. Отличный вопрос. На него легко ответить. С ней хочется быть рядом. Мне нравится проводить с ней время. И она очень красивая. Смотрю, яблоко недалеко упало от яблони. Что ж, спасибо, Зак. Пожалуйста. Не заигрывай с моей женой, сынок. Я просто пошутил. И я тоже. Ладно. Прости. А что ты думаешь об Иисусе? Вот это разговор. Нам важно знать, с кем встречается наша дочь. Да, конечно. Нет, я понимаю. Просто я боюсь, что если я скажу вам, что я думаю, вы больше не позволите мне увидеть Джинджер. По крайней мере, ты с нами честен. Это хорошо. Что ж... Даже не знаю, с чего начать. Я много знаю об Иисусе, но я не уверен, что знаю Его, как знала моя мама и знает брат. И, возможно, знаете вы. Я вырос в церкви, да. Но с возрастом я стал задаваться вопросами, и теперь мне очень многое непонятно. Например? Что ж, если вы правда хотите знать, я не понимаю, почему Иисус покинул город до того, как все были вылечены. Не понимаю, почему все ученики Иисуса умерли такой страшной смертью. Петра распяли вниз головой, а он был одним из лучших друзей Иисуса, так что мне это непонятно. Я просто не понимаю, почему ужасные люди живут до 100 лет, а прекрасных, таких как... Моя мама забирают слишком рано. И да, я понимаю, что абсолютно завалил знакомство с родителями. Вовсе нет. Простите. Нет. Ты не первый человек, который испытывает судьбу за этим столом. Поверь мне. Да, сэр. Может, поедим? Пожалуйста. Давайте. Эй! Что случилось? Зак, ты очень мне нравишься. Но я и не догадывалась о твоих чувствах. Насчет Бога? Но это ведь между нами с ним. Да, но для меня это важно, и ты это знаешь. Я понимаю. Правда. Я понимаю, почему ты в него веришь. Я тоже верил. Но люди меняются. Что-то происходит. Бог не меняется. Зак, он любит тебя, хочешь ты этого или нет. Я не могу щелкнуть пальцами и все исправить. Но знаешь, у меня нет
большого дома, дорогих вещей и прекрасных родителей. Просто доверься ему. Он будет рядом, где бы ты ни был. Серьезно? Все так просто? Мне просто надо было переключить включатель, поставить его на «доверять Богу». Какой я идиот. Надо его включить. Тогда я подойду вашему идеальному клубу. Ты же знаешь, что я не это хочу сказать, Зак. А по-моему, именно это. Ты замерзла. Лучше возвращайся домой. Да. Ладно. Спасибо, что приехал, Зак. Эй, Майк, это твой мальчишка? О чем ты? Вот тут. Да, да, это он. Видимо, он теперь бегает на треке. На треке? Это же футбольный городок. Зачем ему тут бегать, а? Он тут и благодарности оставил, но не тебе. Знаешь что, Дональд, может, он забыл. Он ребенок. Дети забывают. Они разучились уважать старших. Вот что я думаю. Твой сын очень старается. Он молодец. Знаешь, если он завтра выиграет, то поедет на соревнования штата. Наверное, он хочет исправить ошибки брата, который испортил тебе сезон. Это меньшее, что он мог сделать, да, тренер? Он всему городу сезон испортил. У этих ребят тяжелая судьба, Дональд. Они прошли через многое. Мы все прошли через многое, Билл. Да, но твои сыновья особенно. Они молодцы, они стойкие, они особенные. Мне не нужна помощь в их воспитании, Билл. Как раз нужна. Твоим детям не нужен тренер, им нужен отец. Весь мир сходит с ума, происходит какой-то ужас. Но твои парни до сих пор стоят на ногах. Однажды ты поднимешь глаза, а их тут уже не будет. Они будут в Джексонвилле. Или еще где. Но только не здесь, не в Бессемере. И ты будешь скучать, Майк. И игра будет окончена. Папаша. Гэри. Еще по одной, Майк? Нет, спасибо. До завтра, Майк. Господи, пожалуйста. Оберегай меня и помоги мне сделать все, что в моих силах, чтобы выступить с честью. Я не знаю, какой у тебя план, но знаю, что ты со мной. Дэйв. Аминь. Дэйв, что ты делаешь? Все уже разминаются. Я готовлюсь к выходу. Он и разминаться за тебя будет. Давай, на выход. Ладно. Вперед. Я сейчас буду. Ладно. С возвращением, фанаты Ребелсов. Это чемпионат по бегу на треке. К старту готовятся мальчики на 400 метров, где выступит бывший квотербек Бессемера Дэвид Труэт, впервые после травмы, закончивший его карьеру. Он впервые испытает себя в этом виде спорта. Рад встрече, тренер. Взаимно. Рад встрече, тренер. Взаимно. Удачи вам. Спасибо. Эй, Труэт, какого размера футболка? XS? Ты справишься. Ты сможешь.
Труит будет бежать на пятой дорожке. Рядом с ним прошлогодний чемпион Джастин Ноул на четвертой дорожке. Бегуны, на старт! Внимание! Давай, Дэйв! Вот так, приятель! Поднажми, да? Не моргайте, всего один круг. Ноул выходит вперед. Господи, мое сердце этого не выдержит. Отставание совсем небольшое. Второй поворот, и они летят к финишу. Идут плечом к плечу. Ноул впереди. Давай же, ты сможешь. Труит бежит третьим после последнего поворота. Да. Давай, Труит. Дэй, вперед. Они выходят на финишный отрезок. Давай же. Давай, давай. Вперед. Давай, давай, давай. Вдарь по газам, Дэйв. Вот это финиш! Очень близко. Надо дождаться подтверждения от судей. Труит побеждает с результатом 49. Да. Да. И он становится новым чемпионом по бегу. Спасибо, тренер. Поздравляю, сынок. Ты серьезно? Вера, это прекрасно, не так ли? Аминь. Аминь. Разве это не прекрасно? Да. 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 Если вы не верите в своего тренера по футболу, вы не будете его слушать, верно? Нет. У вас нет в него веры. Но если он скажет вам идти работать, делать упражнения, а вы не будете этого делать, то вы ничего не выиграете, верно? Нет. Вера — это прекрасно. Точно. Вера и действие. Это наша задача. Это наше домашнее задание. Примите веру сердцем и превратите ее в действие. Хочу услышать аминь. 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 Да. Спасибо, сэр. Отличная проповедь. Спасибо. Хорошо. До встречи. Рад видеть тебя здесь, пап. Да. Я решил, пора что-то менять. Да и мне нечем особо заняться по воскресеньям. Ты так и не рассказал, как там у вас Джинджер. Я и сам еще этого не понял. Хочешь об этом поговорить? Нет. Что ты сделал? Что я сделал? Ничего. Ты сам портишь все отношения. Ты это знаешь. Нет, это не так. Слушай, только не жди ее слишком долго, ты ее потеряешь. Я это понимаю. Признаю, мне есть над чем работать, но... Как и другим. Тебе чуть больше, чем другим. Если я ее отпущу, я идиот, да? Полагаю, это риторический вопрос. Замолчи. Ладно, идем. Последняя пробежка перед соревнованиями штата. Проигравший мой посуду. Ладно. И да, ты прав, ты идиот. I see a world turning in on itself. Are we just like hungry wolves howling in the night? I don't want no music tonight. Да ладно. Посуда? Нет. Вся твоя. Посуда ждет. Да, и я скажу ему, чтобы зашел завтра в 143-ю палату. Обязательно. Поняла. Спасибо.
Привет. Привет. Обычно извинения просят цветами. Да, но я знаю, что ты не такая поверхностная. Тебе повезло. Мне правда повезло. А я все испортил. Джинджер, прости меня, ладно? Я повел себя как урод. Я это знаю, и я стал защищаться, потому что испугался. Мне сейчас приходится очень нелегко. Знаю, это не отговорка. Но я не хочу, чтобы это стало барьером между мной и тобой. Потому что ты лучшее, что случалось со мной за очень, очень долгое время. Зак, даже не знаю. Нам с тобой о многом надо поговорить. Ты сделал мне больно. Знаю, прости. Но я не хочу тебя потерять. Так что я пришел к тебе с миром. Красивый жест. Извинение принято. Иди сюда. Спасибо. Детская вера, да? Ты делаешь все против меня, а потом надеешься, что я в тебя поверю? Я больше не ребенок. Это непросто. С кем ты говоришь? Просто мысли вслух. Просто думаю. Где шоколад? У нас он закончился. Как мы будем топить шоколад без шоколада, а? Будем просто жарить маршмеллоу. Ладно, я не против. Ты сегодня двигался, как колено. Уже могу тебя обгонять. Да? Да, мне уже намного лучше. На 100%. Значит, получилось. Что получилось? Все это время я тренировал тебя. Ты сказал, что восстановился на 100%. Значит, ты готов выйти на поле. На футбольное поле? Да. Дэйв, сезон окончен. Как я это сделаю? Это не важно. Я поеду на соревнования штата и выиграю. Кто откажет в стипендии чемпиону штата? Ты поедешь со мной туда, куда поеду я, и попадешь в команду через год. И потом ты получишь стипендию по футболу. Мы отсюда выберемся. Таков план. Все звучит очень просто. Да. Я верю в план. И я верю в тебя. Дэйв? Дэйв! Эй, эй! Все нормально, спокойно. Тише, тише. Тише. Давай, давай. Все нормально. Нормально. Так, я вызову скорую. Сейчас вернусь. Привет. Привет. Что сказал доктор? Сказал, у меня была серия из 4 сильных приступов. Спасибо. Спасибо. И что это значит? Ты в порядке? Все нормально, потому что это не показалось мне нормальным. У тебя были другие глаза, это был не ты. Я в надежных руках. Спасибо, что помог мне. Ну, конечно, брат. Сколько ты тут пробудешь? Пока не знаю. Окей. Я буду рядом, сколько бы ни понадобилось. Я сбегаю домой, возьму одежду и вещи.
Вернусь через час. Что тебе принести? Ты можешь помочь мне, сделав вот что. Что? Поменяешь мне судно? Оно переполнено. Да. Да, где? Где оно? Там? Ты пошутил? Да. Это не смешно. Прости. Серьезно, просто помолись за меня. Это все, что мне нужно. Ладно, я это сделаю. Это все часть плана, да? Ты бы так сказала? Я не могу сказать тебе, что знаю, в чем план, но я знаю, что все к лучшему. Конечно. Все к лучшему. Ведь в моей жизни было так много хорошего. Иди сюда, иди ко мне. Сядь. В 21 год у меня нашли опухоль на обоих яичниках. Узнав, что я не могу иметь детей, я плакала каждый день, целый год. Твоя бабушка... Мы с ней... У меня не было сестер, но если бы были, они были бы красотки. Я ее не застал. И очень жаль. Она была добрая и сильная. Она признавала свою неправоту и стояла за то, во что верила. Она держала в сердце Бога и передала это твоей маме. А твоя мама передала это вам. Я присутствовала при вашем с Дэйвом рождении. И с тех пор я не пропускала дней вашего рождения. Ни одного. Я наблюдала, как вы росли. Я видела вас чаще, чем ваша мама и бабушка. И я не знаю, почему это так. Но я бесконечно благодарна. Понимаешь? В 21 год я думала, что Бог от меня отвернулся. Но теперь, в 65 лет, я понимаю, что это и был план Божий. Я должна была стать вашей тетей. И я не променяла бы это ни на что в мире. Я знаю, что жизнь бывает трудной. В ней есть взлеты и падения, но это не значит, что Бога нет. Или что Он тебя не любит. Нет, Бог тебя любит. Он безумно тебя любит. Лучше тети не придумаешь. Иди ко мне. Я люблю вас как своих. Я тоже тебя люблю. Ступай. Thank you.
Почему это так сложно? Каждый раз, когда я иду молиться, мне так сложно. Я сделал это ради мамы. Ты мне тогда не помог. Я этого не понимаю и никогда не пойму. Я молю тебя услышать меня сейчас. Мне надоело бежать. Мне надоело бежать. Если хочешь, я здесь. Ты нужен мне. Помоги мне. Помоги мне. Я здесь. Майкл, что ты тут делаешь? Твоя тетя. Кто тебя позвал? Твоя тетя. У меня тут все под контролем, так что уходи. Закари. Просто уходи, пап. Послушай меня минуту. В жизни я допустил много ошибок. Очень много. Но главной моей ошибкой было оставить тебя и твоего брата. И я хотел бы загладить свою вину, если ты мне позволишь. Я так вас люблю. И мне жаль. Мне очень жаль. Я не прошу тебя простить меня, Закари. Не прошу. Надеемся, что в этом году они выступят лучше, чем в прошлом. Начало совсем скоро. Хоть сегодня выступают и не все команды, и все же битва будет. Привет. Привет. Папа еще тут? Нет, он ушел, но он вернется. Вот, посмотри. Вот что я тебе принес. Я подумал, ты обрадуешься. Спасибо. Слушай, помнишь, ты просил меня за тебя помолиться? Я это сделал. Отлично, Зак. Да. И пока я молился за тебя, я начал молиться за себя. Понимаешь? Я зашел в этот дом неверующим, а вышел... Иди сюда. Я тебя люблю. И еще кружок? Да. Все нормально? Я хотел извиниться перед тобой. За что? Я правда думал, что его план, чтобы я бежал завтра и смог вытащить нас отсюда. Тебе не нужно за это извиняться. Значит, план был другой. Знаешь что? Может, нас ждет что-то еще лучше. Но мне казалось это очевидным. Прости. Мне очень жаль, что я тебя подвел. Эй. Дэви. Ты меня не подвел. Ты бы не смог меня подвести. Понял? Может, ты побежишь вместо меня? Что? Если ты останешься здесь, то ничего не изменится. Но если ты побежишь, то что-то может и случиться. Возможно, это наш последний шанс выбраться. Ты ведь не хочешь его потерять. Твое колено восстановилось? На все 100, тренер. Я все это время тренировался с Дэйвом. Шаг за шагом, все с ним. Тренер, это очень важно для меня. И
Для Дэйва тоже. Я это вижу. Мне придется записать тебя под именем брата. Звучит не очень правильно. Решим эту проблему, когда она наступит. Я приму удар на себя. Я не буду против, если меня уволят с работы тренера по бегу. Мне неинтересно смотреть, как парни бегают по кругу. Лучше дать им мяч и смотреть, кто кого. Вот это спорт. Да, тренер, это футбол. Но ты меня понял. Да. Вы, парни, это заслужили. Я все сделаю, чтобы вам помочь. Спасибо, тренер. Конечно. Я сделаю пару звонков, и ты сможешь бежать. Зак, что ты тут делаешь, сынок? Тренер, думаете, я могу выиграть? Ну, эти парни, они занимаются бегом всю жизнь. Они готовятся годами, чтобы выиграть в этот день. Если вы пытаетесь меня подбодрить, у вас не получается. Но я знаю, без тени сомнения, что у них нет того, что есть у тебя в сердце. Я не видел никого, кто бегает так быстро, как ты. Думаешь, кто-то из них смог бы поймать тебя на футбольном поле? Нет, сэр. Именно. А тебе нужно пробежать всего 4 футбольных поля. Поворот тут, поворот там. Да. Просто помни, ты бежишь лишь против себя. У тебя есть 45 секунд, чтобы выложиться по полной. Ты бежишь против часов. Так что идем, я хочу тебя кое с кем познакомить. Привет, Зак. Твой тренер сказал, твоя колено восстановилось. Да, сэр. И работает еще лучше. Отлично. Надеюсь, скоро увидеть, на что ты способен. Простите, я думал, вы скаут только на футболе. Именно. Удачи. Бегуны на старт! Внимание! We'll be right back.
Тетя, угадай. Скаут из Флориды был сегодня на треке. Я поговорил с ним. У меня второе место. Зак. Я занял второе место. Закли. Что? Тетя, что такое? Твой брат. Тетя? Зак, я не... Я... Твой брат. Когда он был маленьким, он засыпал с ней под подушкой. Я забрал ее из больницы. Так, вперед, ребята. Привет, красотка. Привет. Дэви мой герой. Может, это глупо звучит, когда речь о младшем брате. Но он научил меня тому, что в жизни можно бежать только двумя путями – к Богу или от Него. Я так долго бежал от Бога и бежал быстро. Теперь я понимаю, что дело в том, как он прожил свою жизнь. Он никогда не бросал меня, он любил меня и всегда был честен. Это на меня и повлияло. И в тот момент Иисус встретил меня с распростертыми объятиями. Я хочу посоветовать всем, кто бежит по жизни. Остановитесь. Обернитесь и примите того, кто бежит за вами. Потому что, знаете, он любит вас. Он безумно вас любит.
Троид? Добро пожаловать в команду Гейторов. Спасибо, брат. Мои поздравления. Твоя история восхищает. Не сдавайся. Да, сэр. Будь сильным.